Привет, это я, Антон Бустер, вы на моем канале, и сегодня ролик посвящен заработку на звуке, на музыке. И сегодня я расскажу вам про основные моменты, каким образом можно зарабатывать, расскажу про стоки, расскажу про фриланс-биржи, расскажу, как искать своих первых клиентов, а в конце ролика поделюсь обязательно своими советами, которыми я пользуюсь на протяжении уже многих лет. Из-за последних событий у нас очень много перемен. Заблокированы карты, заблокированы фриланс-биржи, и с этим нужно что-то делать, на что смотреть, на что делать акцент, с чего начать, где можно больше заработать, где меньше времени потребуется на вход, но не совсем большой доход. Вот об этом сегодня расскажу в ролике. Перед тем, как мы начнем, я бы хотел, чтобы ты подписался на канал, поставил колокольчик и обязательно подписался на мой телеграм-канал. Там я освещаю очень много полезных тем, рассказываю про саунд-дизайн, про свои проекты, про то, как я зарабатываю, и я уверен, тебе эта инфа будет полезна. Поехали! Если ты шаришь, ты уже музыкант, то, скорее всего, ты понимаешь, что для хорошего буста всегда помогают социальные сети. Они очень важны для того, чтобы быть всегда на контакте со своей аудиторией. Ты можешь поделиться своими новостями из жизни, рассказать о предстоящем релизе, ну и в целом монетизировать все то, что ты хочешь. В большинстве случаев это монетизация на мерче, рекламе, интеграции, ну и продажи, конечно же, билетов на свои мероприятия. Из собственного примера расскажу, что у меня тоже было несколько музыкальных проектов, и развитие себя как артиста – это очень непростая история. Этим нужно заниматься 24/7. Если у вас есть еще какие-то направления, занятия, то, к сожалению, достигнуть результата быстро у вас точно не получится. Я для себя определил, что музыка, которая мне нравится и которая сочиняется мной, она у меня для хобби, а та, которая пишется для проектов – это уже работа. Поэтому, если вы не на шутку задумались стать артистом, то заниматься этим нужно постоянно. Главное, что нужно отметить, путь музыканта – это непростая история, и главное в этом деле – постоянно быть в тренде, постоянно делать контент, постоянно пилить музыку и постоянно стараться быть во внимании. В свое время я также играл на сцене, пытался понять, как заработать своей музыкой, но когда познакомился с саунд-дизайном и начал делать коммерческие проекты, тут я и понял, что здесь как раз-таки моя музыка может быть более ценной и хорошо оплачиваться. Для сравнения давайте посчитаем все на цифрах. За основу возьмем группу, которая уже добилась каких-то результатов, и у нее есть достаточно неплохая аудитория. В январе у них будет 4 концерта, средняя стоимость билета это 600 рублей. На концерт приходит в среднем 200 человек. Итого мы получаем за один месяц доход в 480 тысяч рублей. Вычтем расходы на организацию, передвижение, еду, иногда это еще и роялти клубу. Эту же сумму можно заработать и на звуке, либо саунд-дизайне, сделав 2-3 проекта за месяц. Или получать отчисления, например, с продаж на стоках. Стоки всегда приносили хороший доход. Вопрос, что зайти теперь на некоторые из них невозможно. К примеру, Audio Jungle закрыл доступ для новых пользователей. Но это не единственная площадка, и таких на самом деле большое множество. Вы можете их загуглить, и вылезет кучу различных. Pond5, SoundClick и так далее. Эта же история подходит и для битмейкеров. Те ребята, которые начинают только писать биты, я бы посоветовал вам, помимо продаж через социальные сети, пробовать сразу заходить на стоки. Отдельно для битмейкеров также есть BeatStars, тот же SoundClick, BeatMakers и так далее. Тут нужно учитывать, что у каждого сервиса есть своя модерация, свое роялти и различные условия по загрузке и продаже своей музыки. Если у вас хорошо получается писать музыку в конкретном жанре, а если еще это и бэкграундная музыка, то я бы посоветовал вам SYNC-сервисы. Это сервисы, которые могут транслировать вашу музыку на различные офлайн-площадки, рестораны, кафе. Подобных сервисов назову несколько, это Apollo Music, ID Music, но в частности этим также занимаются и конкретные отдельные лейблы. И если вы задумались, что ваша музыка может действительно подойти на эти площадки, то, скорее всего, вам стоит задать вопрос вашему лейблу, либо попробовать воспользоваться подобными SYNC-сервисами. Хорошая возможность для ребят, которые занимаются звуком, пишут музыку или имеют свой оригинальный голос и могут работать как актера звучания, я бы посоветовал зайти на фриланс-площадки. В свое время, когда я начал только заниматься саунд-дизайном, я как раз пробовал искать заработок на фриланс-площадках.
Это были русскоязычные площадки по типу FL.ru, Quark, Freelance.ru и так далее. Остановился я на FL.ru. Что я могу сказать про подобные русскоязычные платформы? Это один из быстрых, на самом деле, способов начать зарабатывать, но учитывать нужно, что оплата там очень низкая и большая конкуренция. В свое время мне приходилось изучать их около 2 месяцев, собирать портфолио, оформлять все это, постоянно демпинговать, конкурировать и мониторить новые заказы. С помощью них я, конечно же, наработал клиентскую базу, но и достаточно быстро я понял, что хочу карьеру свою строить не по этому принципу. Отдельное внимание я бы уделил именно зарубежным площадкам, таким как Upwork и Fiverr. Это достаточно известные площадки, и на них действительно можно зарабатывать от 1000 долларов в месяц и выше. У меня есть множество ребят в окружении, которые непосредственно живут даже этим. Но опять же учитывайте, из-за последних событий российские аккаунты были заблокированы, и следовательно многим пришлось создавать новые аккаунты. В этом нам помогают VPN и новые профили систем оплат. Для работы с голосом есть также очень неплохие площадки. Российских платформ на самом деле хватает, те же Диктор 24 и подобные. На зарубежные это Voices, но также не забывайте, конечно же, вести свои социальные сети. Они очень прокачивают и дают нужное окружение, чтобы быть востребованным. Следующее направление подходит ребятам, кто непосредственно занимается звуком, либо саунд-дизайном, как я. Очень быстрые темпы развития библиотек звуков. Помимо отдельного софта, такого как Soundly, куда тоже можно грузить свои библиотеки, можно продавать их также непосредственно напрямую, опять же через социальные сети, Instagram, ВКонтакте, сделать свой сайт, выставить цены, поставить ссылочки на оплату и запускать таргетированную рекламу непосредственно на людей, которым могут понадобиться эти звуки. Опять же не забываем, что стоки также могут продавать звуки, и на примере продаж с одного какого-то пакета звуков, который может продаваться ежемесячно, вы можете нифигово так заработать. Помимо стоков, также есть Marketplace. Если вы увлекаетесь и работаете с геймдев-индустрией, то не забывайте, что на платформах игровых движков также есть свои маркетплейсы, куда вы можете грузить свои ассет-паки и продавать также их непосредственно под конкретный какой-то жанр игры. Если же удаленный вид заработка это не совсем ваше, то я бы посоветовал вам концентрироваться на зарубежные площадки, такие как LinkedIn и подобные. Если вы специалист в своей области, пишете оркестровую музыку, либо делаете звук для игр, вы всегда можете найти прямого работодателя. Но учитывайте, вам понадобится хорошее портфолио, которое будет конкурентоспособным. Какие советы я бы дал ребятам, кто занимается музыкой, сведением, звуками? Во-первых, учитывайте, как я уже говорил ранее, что уделять время этому нужно постоянно. Это путь нелегкого заработка. Здесь нужно быть конкурентоспособным. Здесь нужно уделять внимание алгоритмам сервисов. Здесь нужно понимать, как себя преподать. Здесь нужно понимать, какая музыка актуальна. Здесь нужно учитывать, что не каждый ваш трек может подойти элементарно по качеству. Если вы пишете музыку, я бы дал совет концентрироваться на конкретной какой-то нише, жанре. То есть, если у вас получается бэкграундная музыка хорошо, да, то подумайте, где она может быть полезна. Свяжитесь с какими-нибудь соответствующими YouTube-каналами. Попробуйте создать отдельный паблик, заведите Instagram. Выкладывайте свою музыку на SoundCloud. На SoundCloud также появилась возможность дистрибьюции. Стриминг-сервисы также могут вам помочь, но учитывайте, опять же, что это не сильно прибыльная история, если вы пока не востребованный артист. Если вы хорошо сводите, то попробуйте зайти на фриланс-площадки. На фриланс-площадках это очень востребовано. Если у вас хороший продакшн, если вы еще и умеете писать аранжировки, то это большой плюс. Не обязательно стремиться стать звездой какой-то. Можно быть гострайтером, да, можно писать высококлассные биты, на основе вашего таланта продвигать дополнительные услуги, такие как написать нам джингл, сделать бэкграунд для подкаста и многое-многое другое. Старайтесь концентрироваться на чем-то одном, потому что пока вы будете изучать одну из площадок, вы уже начнете сталкиваться с рядом вопросов. Где-то нужно будет оформить грамотно дизайн, где-то нужно будет смонтировать интересный шоу-кейс. Потом вы поймете, что вам понадобится лендинг-страница, где будут указаны все ваши контакты. И на все это у вас будет постоянно уходить время. Если вы будете постоянно метаться и пробовать хвататься за все, то ваше внимание будет распыляться и результат будет, конечно, соответствующим. Если, конечно же, вы фанатеете от звука, как и я, то есть непосредственно выбрали одну нишу, как саунд-дизайн, учитывайте, что даже в ней куча-куча различных направлений.
Вы можете, как уже сказал, непосредственно заниматься только звуками. Вы можете выбрать конкретную нишу продакшена, то есть motion графика, либо игровая тематика. И в каждой тоже нужно большое количество времени, часов, практики. Я же в свое время уделил все время непосредственно изучению саунд-дизайна. Теперь еще и преподаю, обучаю ребят. Но даже сейчас я понимаю, что некоторых знаний мне в отдельной нише не хватает, в той же там игровой тематике. Порой мне не хватает каких-то знаний там в игровом движке языка программирования, к примеру, чтобы написать свою какую-то крутую систему. Либо при написании оркестровой музыки мне приходится дольше времени уделять на то, чтобы получилась качественная композиция. Потому что в свое время я цеплялся за все и пытался везде прокачиваться. Но, как уже известно, чем больше часов в одном деле, тем, соответственно, мы более профессиональны. Но, тем не менее, за счет того, что уже прошло очень много лет, и я не бросаю, постоянно развиваюсь в этом, то в целом этих знаний, этого опыта мне хватает, чтобы работать с любым проектом. Ну и напоследок, конечно, я бы дал совет вам быть продуктивными, познакомиться с режимом многозадачности, вгонять себя в жесткие рамки. Новичкам я бы посоветовал изучать дополнительные какие-то направления, потому что на старте они всегда понадобятся. То есть тот же монтаж, тот же дизайн. А если вы уже достигли определенного уровня, то старайтесь делегировать это все и занимайтесь только любимым делом. В таком случае вы будете постоянно расти, прогрессировать и двигаться по карьерной лестнице. С вами был я, Антон Густер. Если это видео оказалось вам полезным, обязательно подпишитесь, обязательно поставьте колокольчик. И не забудьте, что у меня есть такие сервисы, как Boosty, где меня можно поддержать любым донатом, подпиской. А также ВКонтакте у меня выходят интересные статьи на различные темы, как игровая тематика, саунд-дизайн, работа со звуком. И там вы много-много интересного можете найти. Все, пока-пока, до скорых встреч.